Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, мы продолжаем играть в Pandemonium. Мы застряли в пустыне. Похоже, надолго, и ситуация действительно кажется плачевной. Здесь жарко, жажда мучает нас всех, и только мы сами можем выпутаться из этого дерьма. Поэтому нам надо отправляться в 8 уровень под названием Branky Wastes. Вот так вот, друзья, потихоньку, помаленьку, мы уже с вами прошли 7 уровней. И поможет нам в этом пройти 8-й акробат? Нахрен тебе акробат! Ника, вперед! Я не доверяю больше Фаргусу. Потому что можно было вспомнить, допустим, как я выбирал ужасного гриба Тоуда, когда проходил Super Mario 2. Но он был не настолько плох в отношении к другим персонажам, как Фаргус к отношении к Нику. Здесь просто колоссальная разница, игра не сбалансирована, вообще не сбалансирована, поэтому придется как-то выпутываться из этой ситуации и использовать лишь нашу девочку. Тихо. Давай, аккуратно, господи. Как же вас боюсь, синие сволочи. Кто вы вообще такие? Утконосы какие-то просто. Музыка. Эта музыка всегда ассоциировалась в детстве у меня с какой-то, знаете, напряженностью и с нервами такими себе. Так, вот это плохо. Кто кого перепрыгает, а? Мы перепрыгаем. Фаргус бы, наверное, не смог. С другой стороны, Фаргус бы мог покрутиться и легко бы убить этого кенгуреныша. Тихо! Ох, ё-моё. А куда ты меня можешь выкинуть вообще? Может, здесь есть секреты? Я не хочу ничего пропускать, а? Смотрите, как он может высоко подкидывать, да? Да. Тихо. О, все, видите, подкинул нас, отлично. А без него бы, наверное, туда мы наверх не поднялись. А теперь поднимемся. Что уже весьма неплохо. Знаете, что чуточку мне обидно? Что если на уровне два путя, то у нас не получится сразу за один заход проверить, и как бы было снизу, и как бы было сверху. Нам предлагают или идти туда, или идти туда. Вот и все. Это мне чуточку обидно, потому что я ведь знаю, вы меня знаете, я люблю все проверять. Господи, какие здесь интересные штуковины-то, а? Так, обратно мы можем пойти. Я, в принципе, могу вернуться обратно, попытаться, по крайней мере, монетки пособирать. Ух ты, ё-моё, вы знаете что? А там яма или что? Раз. Два, там яма! Там яма. Все, давайте обратно не возвращаться. Потому что максимум, что мы там найдем, это монеточки. Вот и все. Так, здесь надо быть аккуратным, потому что если мы не попадем в торнадо, то нас тоже могло бы кинуть вниз, в пропасть. Да, это было бы не очень круто. Итак, следующие 50 мили или что это? А здесь такое рыло какое-то свиное, похожее на этих свинюшек из Дюка Ньюкема. Ну что, поехали? Здесь предстоит нам огромный, долгий спуск. Так, там, по-моему, я где-то видел розовую монетку одним глазом. Может быть, не торопиться, а? Так, давайте-ка все буду собирать. Я... Вон она, слушайте. Круто, не правда ли, да? Я обожаю крутиться в таких моментах. Просто, блин, обожаю. Так, не-не-не, сейчас попробуем что-то. Сейчас разгонимся, и там в конце попробуем... Соп. А, я думал, могу взять эту монетку, но нет, она ведь ниже. То есть, видите, как перспектива графическая меняется. В реальном времени причем. Для своего года 96-го игра была верх прогрессивизма, прогрессивности. Верх. Просто верх. А, не допрыгнул. Ладно, черт с ним, на самом деле. Это всего лишь 25 монеток, и теперь за нами будут гнаться. Я помню это. И это будет реально капец. Капец. Бежим. Это, короче, самый длинный участок. Самые длинные участки вот с этими льва-динозаврами. Это реально самые-самые длинные участки. Тихо! Да, побежали. Потому что они тупо будут за нами гнаться. Все дольше. Так, давайте переждем здесь. Эта штука засыпает и очень храпит так агрессивно. Как так? Ай, прыжок не сработал. Обидно. Ой, знаете что? По-моему, мы смогли перепрыгнуть так, что так его не разбудили, да, отлично. На фоне, кстати, видите, еще один спит, только он какой-то слишком, может, пикселизованный. Вот это забавно, да? Представляете, какой здесь жил огромный динозавр, или кто бы это ни был, с таким вот скелетом. Это нечто, друзья. Хорошо, видите, как мы его перепрыгнули, и он за нами не гонится. Хотя весь этот путь, эта сволочь должна была за нами гнаться. И вот этого момента я в детстве опасался, реально опасался, друзья. Это вам не хухры-мухры. Эти сволочи, которые убиваются только лишь льдом. Так, туда выше не сможем пойти. Не сможем. Так, теперь.
Сейчас снова эта хрень тут будет рядом. Поэтому мне, кстати, этот, эти сценки казались всегда сложными в детстве. Ну и у нас здесь вторые ворота в игре. Если вы думаете, что мы снова превратимся в жабку, вы глубоко ошибаетесь, потому что игра действительно разнообразная. Как вам это, друзья? Какой-то он, конечно, странный, несуразный, но это носорог. Носорог бодает рогом, не шутите с носорогом. Что мы можем делать? Если мы достаточно разгонимся, то мы выставляем вперед наш рог и таким способом можем убивать всех. Видите? И это реально очень-при-очень круто. Что, разгоняемся? И кактусы на своем пути, и врагов, просто всех. Это очень круто, очень забавный персонаж на самом деле. То есть, видите, получается, если вот так вот задуматься, что у нас не только с вами так... Тихо. Что у нас не столько с вами два персонажа, Фаргус и Нику, но и вот такие вот персонажи. Видите, с нашей носорожкой все гораздо проще. Какой он суровый, посмотрите на этот уверенный взгляд. Просто бежим. Так, поднимается. И мы снова просто бежим и убиваем всех на своем пути. Отлично. Кстати, может быть, в этом уровне мы сможем получить какой-то доступ к бонусной стадии, хотя бы самой плохой, да? Так, ну что, бежим? Круто, не правда ли? Мне это нравится. Потому что у нас была возможность возвращаться в какие-то более старые локации. Ах, ё-моё. Как-то стрёмно мне немножечко. Давай, побежали. Хорошо, убили эту сволочь. А здесь у нас что? Ага, здесь надо было пропрыгать на ёжике, но я его преждевременно скончал. Так. Или же мы не будем с вами... Кстати, я забыл, можно ли... Да, в носороге тоже можно прыгать на голову. То есть, неважно, какое у тебя животное, на голову ты все равно сможешь прыгать. Все-таки мы сможем добраться до этих монеток. Я полагал, что это не получится без, допустим, торнадо или кого-то. Ну, ладно, честно сказать, не все равно на это. На то, чтобы добывать эти монетки. Если бы я играл не на запись. Слушайте, как же мне туда допрыгнуть? Носорог-то очень такой себе неуклюжий, знаете. Можно, конечно, попробовать разогнаться и прыгнуть, но, блин... Разогнались, прыгнули, погибли. Отлично. А я еще должен был там собирать ваши монетки, да? Просто супер. Фух, вот такое вот было приключение. Знаете, что обидно, друзья? Что это не реализовали как-то глубже. То есть, например, в жабку мы могли бы превратиться только вот в том уровне, где мы превращались в жабку. Да, это какая-то грибная была самая первая локация. В носорога именно вот в этой пустынной стадии. Хотя, может, могу и ошибаться, я, точно говоря, не помню. Может быть, еще когда-то нам придется превратиться вот именно в этих зверяток. Но это круто. Несомненно, круто. Получается забавно и очень весело. Так, давайте подождем. Сейчас же припрыгает сюда, так? Нет? Да ё-моё, я просто не смог допрыгнуть и... Ладно, хорошо, у нас до сих пор есть 3 жизни, и ситуация довольно нормальная, я бы сказал. Жить можно. Так, все равно идти понизу, я думал, и поверху будет путь. Нет, поверху пути не будет. Раз, еще, 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 и вот-вот, отлично, видите? Так мы себя обезопасиваем от сволочей всяких. Вот, видите, так бы мы... так бы мы сюда и попали, да. Пройдя поверху, обезопасили себя. И вот здесь находятся те моменты, которые были на, скажем, превьюшке уровня, да, когда мы выбираем на карте мира уровень, там некоторые его детали. И там вот были такие вот все нагибающиеся платформы. Так, тут главное очень аккуратно действовать. Вот как бы Фаргус. Согласитесь, насколько с Ника это все легче, правда? Двойной прыжок делает и... Ой-ой-ой, какая сволочь. Так, двойной прыжок делает, и все в порядке у нас. Так. Вот, опять сволочь! Ребят, конечно, это небольшой недостаток, недостаток игры, что камера банально не слушается. Это огромнейший недостаток игры. Так. И все? Зачем мне это было делать? Ну ладно. Камера так приближается, что не успеваешь реагировать. Печально. Господи! Еще и с прыжками здесь на самом деле огромные проблемы. Так, мы с вами жизнь взяли. Это уже неплохо. О, хорошо.
Фу ты, господи, реально попотеть приходится порой. Так, ну смотрите, мы, по-моему, с вами довольно неплохо справились с этим уровнем, я так считаю, потому что могло быть гораздо хуже. И всего лишь 65% сокровищ. Я полагал, что мы довольно неплохо справлялись с уровнем, и должно было быть все попроще, но... Но 65%. Так, все, сохранимся, потому что... Сами знаете, как это бывает. Раз, я, блин, не знаю, на несколько слотов просто сохранюсь, чтобы наверняка. Так, девят... Слушайте! Я буду скучать по вам в пустынке. Я думал, еще как минимум один уровень будет пустынный, потому что... Я вам говорил уже о том, что я люблю, когда в платформерах уровни поделены на всякие тематические участки. Но всего лишь два уровня в одном участке пустыни. Это обидно, на самом-то деле. Так, ну, а леса, друзья, леса, это будет просто ужасно. Это сложно, это реально сложно, я вам говорю. Потому что я вспоминаю, именно тут будут вот эти вот дудочники. Я думал, что дудочники будут в мире грибов, то там были шляпошники. По-разному можно называть, вот. Но вот здесь, вот в лесах, я помню, что я в одном из лесных уровней застрял где-то на месяц. И мама моя пробовала пройти этот уровень. И я пробовал десятки раз пройти какой-то из лесных уровней. Ну, вряд ли первый, потому что... Обычно первый уровень зоны, первый уровень темы, он должен быть попроще. Вот. Я не знаю, что делать, потому что была идея выбрать Фаргуса, чтобы вы на меня там не злились, и вам интересно, что ведь есть возможности такие, игра предоставляет, и я ими не пользуюсь. Ладно, блин, на самом деле это плохая идея, потому что у нас 4 жизни, и в результате мы их сейчас просто с вами глупо потратим, но все-таки. Раз уж быстро прошли первый уровень и последний уровень в зоне пустынь... Вот они, вот эти дудочники. Смотрите, что он делает. Он отбегает назад и стреляет в нас мухами. Это ужасно, друзья. Это реально капец какой неприятный враг. Вот. И он еще бесит этот враг. Смотрите, какая ситуация. Фаргус, а нет, хотя бы хоть с горем пополам смог допрыгнуть. Да, здесь будет много вот таких вот веточек, которые будут отваливаться. Я вот как раз когда играл на первый взгляд в игру Angwig, помните? Замечательный платформер. Я сразу вспомнил, что там веточки обламывались очень похожим образом. О, ребят, я помню даже вот эти вот ловушки. Видите, гораздо отличается, очень сильно отличается эта тема от, допустим, той же пустынной темы. Здесь все в бурной растительности. Короче, что нам нужно делать? Быстро пробегать, потому что капканы срабатывают просто за миллисекунды, и можно не успеть порой. Надо действительно быть аккуратным. О! Как я вам, по вам соскучился уже. Мои любимые улиточки. Так, хорошо. 2. Хорошо, все, справляемся пока. Вроде бы. Вроде бы. Ну и как же... Ну вот, вот, меня сразу перекинуло на этом лифту на верхний этаж, а я всего лишь хотел забраться чуточку выше. За Фаргуса играть в эту игру сплошный на самом нервотрепка просто, потому что он не нужен здесь абсолютно. Если бы мы дали какую-то другую особенность, более подходящую для платформеров, я бы еще одобрил это. А так... Видите, мы даже не смогли допрыгнуть до красной монетки. Тихо. Видите, насколько это быстро срабатывает? Поэтому нужно очень быстро реагировать на это все. Так, погодите. А я не могу вот отсюда. Я думал, высота тут будет типа, побольше, и мы могли бы зацепиться. Ну ладно. По идее, не могу. А может, и могу, но все-таки. О, здесь у нас натягивающиеся паутинки. Я тоже очень любил в детстве. Вот настоящий платформер в лучших своих проявлениях. Посмотрите, настоящий город такой древесный, да? Я помню, что древесный город был в игре Myst, которую я играл совсем мало. Так, давайте возьмем с вами. Смотрите, что творит, сволочь. Вот так вы, да? Не так-то просто до меня добраться. Вот его тоже нужно обманывать. Это второй враг после вот тех вон шипов живых, да, движущихся, который имеет какой-то интересный искусственный интеллект, модель поведения. Этот отбегает, да, и нужно его обмануть, чтобы сделать так, чтобы эта сволочь, в общем-то, не убежала, а ты смог на нее свалиться и убить ее. Господи, как ты меня достал? Континья, да, континья.
Ладно, там еще сердечко есть, правда, мы огонек потеряли, но это уже такое. Так, видите, они отрастают периодически, поэтому надо будет пережидать. Я не могу допрыгнуть, мне катастрофически нужен второй прыжок, друзья. Это самое лучшее, что есть в этой игре, без способностей. Так, хорошо, взяли и сердечко. Все, отлично. И еще успеем. А, хорошо, еще и успели до сюда добраться. Какие интересные лифты, не правда ли? Так, аккуратно надо спускаться. Вот, видите, опять перспектива какая. Ничего не вижу, что будет дальше. Сейчас внезапно на меня полетит муха, я этого даже не замечу. Так, аккуратно. Ух, вы знаете, вот, все. И эта штука меня поранила. Ну хорошо, хотя бы не убивает капкан, а то нога там застряла и все, и не можешь дальше двинуться, да? Вот здесь, кстати, очень опасно, потому что, ну вы видите, да? Эта локация, этот момент уровня очень похож на тот же момент, когда надо было по грибам прыгать. Потому что оно нас откидывает вообще неизвестно куда. Мне, кстати, очень нравятся вот такие моменты, потому что ты чувствуешь себя просто каким-то невесомым, знаете? Подчиняющимся законам физики и просто на огромной скорости отпрыгиваешь, как в том же пинболе. Это не часто приходится испытывать в платформерах, но это очень приятный элемент такой. Ну оправдывай себя, акробат. Оправдывай свою способность, которая должна, по идее, в плане баланса быть такой же крутой, как и двойной прыжок Нико. Ну, этого, конечно, не будет, это я так, к слову. Какие огромные паутины, ребят. Вы представляете, какие здесь пауки должны жить? О, а вот и наши друзья-паучки. Как я по вам уже соскучился со времен крепостных, таких мрачных, пещерных стадий. А, это что? Это ничего. Я думал, здесь тоже какой-то проход в дереве. Настоящее древесное царство, друзья. Тихо. Спокойно надо быть. Спокойно. Так, давайте обстрелять попробуем. Все, попал, мне кажется, да? Звук какой-то был. Главное не нарваться сейчас. Отлично, у нас еще одна жизнь с вами появилась. Не, ну понятно, что в принципе можно достаточно легко и с помощью Фаргуса проходить уровни. Но просто зачем себе жизнь усложнять? Конечно, это разнообразнее, но все-таки. Так, аккуратно надо быть. Прыгаем сюда. Бляха ты, муха. Тихо, еще сейчас попаду прямо в эту штуку. Так, нет, все, ребят, честно говоря. Взял, хорошо. Совсем нет желания прыгать в эти капканы ради монеток. Совсем нет желания, по правде сказать. Так, здесь охраняет это все паук. И это тот момент, где Фаргус хорош как никогда. А здесь у нас, друзья, мой самый любимый бонус. Честно говоря, я даже не помнил, где он еще будет, кроме того вот грибного уровня, да, насколько вы помните. Но оказывается, здесь он тоже есть. И что мы делаем, мы будем уменьшать врагов. Это здорово, я уже соскучился по этому бонусу. Главное его не профукать сейчас. Сейчас какая-то опять муха вылетит, и капец. Так, все, нафиг ваши монетки. Хоть там и целых 10 монеток было бы, да... Господи. Меня так откинуло, что я... Аккуратно! Вот так вот. Как это приятно, слушайте. А паучок даже не замечает, что его уменьшили. Он занимается своими какими-то бытовыми делами, да? Так, что дальше? Зачем нам дали здесь... неуязвимость. Может, сейчас какая-то будет сложная такая стадия, и нам нужно с большой скоростью бежать? Ой, господи, я думаю, что-то я не могу прыгать двойным прыжком. Совсем забыл, конечно. Так, все, взяли. И... А, наверх мы не сможем прыгнуть без двойного прыжка. Не сможем. Отлично. Что-то мы сделали, да? Как минимум, это уже неплохо. Может быть, нам теперь дадут выше прыгнуть? А, да, смотрите. Смотрите, слева появилась паутинка, которая не была раньше. Так, но мы могли бы и по этому пути пойти. Да, могли бы, только я не хочу. Я пойду наверх. Обычно в стадии, ну, локации, да, в каком-то уровне, те, которым доступ сложнее, они интереснее, и у них больше всяких бонусов, чем когда ты идешь по стандартной локации, да, запланированной. Доступа которой не нужно было получать какими-то дополнительными ключами. Отлично просто. Где же ты, мой любимый двойной прыжок?
походу тебя не будет. Ника смогла бы до сюда добраться даже без дополнительной паутинки, я вам скажу. И вот здесь, вот посмотрите. Ладно, нет, здесь-то еще все в порядке, просто здесь двойной прыжок очень нужен. В общем, беда. Хорошо, что враги наши тоже подвластны вот этим вот путям 2D, по которым мы можем ходить. То есть они не будут из какой-то, допустим, третьей перспективы, да? Из третьей плоскости, скажем, по нам стрелять. То есть, если мы видим, что дорога идет туда, то врага можно ждать только там, а не где-то за экраном, скажем. Так, я не все взял, я не успокоюсь. Я не могу так поступать. Ребята, пожалуйста, дайте мне нормально это закончить, потому что без Ника очень тяжело. Так, тихо. Все, так взяли. А там больше ничего не будет? Не, похоже, там все, да? А, то есть ради этого мы сюда и попадали, и мы снова идем по стандартному пути. Окей, хорошо. Так, аккуратно. Я буду очень медленно, на самом деле, ходить, потому что... Сами видите, да? Я помню уже один раз в той же какой-то стадии крепостной. Ну, в пещере мы как раз были, да? Да-да-да-да-да. В пещере, которая вот так разукрашена была. Чуть ли не вот во все цвета радуги. Там я точно так же поспешил. Там была очень похожая локация. И нарвался просто-таки на паучка. Так, он стал большим, по-моему. Я в этот момент его как раз то ли убил. И не пойму, что произошло на самом деле. Мне бы хотелось убить какого-то нестандартного врага. Вернее, не убить, а уменьшить какого-то нестандартного врага. Это веселее. Допустим, того же шляпошника. Правда, ну не шляпошника, а дудочника. Правда, не факт, что он при таких условиях... Тихо, так давайте его убьем. Не факт, что он при таких условиях перестанет по нам стрелять. А стрельба его будет настолько же больная, как если бы он был большим. Это будет не совсем круто. С моей точки зрения. Так, пофиг на ту монетку уже. Вот правда. Так, надо его убить, потому что я не чувствую себя спокойно. Слушайте, а мы его убили даже когда он был под паутинкой, да, а не над? Интересно, любопытно, я даже не замечал, что так можно делать. Другой вопрос, так можно делать только когда паучки маленькие или вообще всегда? Странно, кстати, что мы от этих паутинок отпрыгиваем, потому что все-таки они должны наоборот нас затягивать, да? Что мы не могли бы отсюда выбраться. Так, что дальше? Здесь как-то некомфортно я себя чувствую. Ну, поменяли, в общем-то, локацию просто. Так, ладно, давайте пока пособираем. Здесь очень много всякого добра. Ага, последняя осталась монетка, которую я, как всегда, просто с огромным трудом попытаюсь получить. Сейчас еще и свалюсь нафиг. О, там, кстати, сердечко у нас. Отлично. Так, возьми сердечко, будь другом. Акробат. Брат, акробат. Слушайте, возможно, это тот самый участок, если сейчас на меня посыпятся всякие поленья, которые будут катиться, через которые надо перепрыгивать. Значит, это тот уровень, которого я ненавидел в детстве. И на который у меня ушло много времени. Бог ты мой! Я нажал не ту кнопку, в результате он начал крутиться, и мы потеряли с вами уменьшитель. Это так обидно, друзья, если вы знали, насколько это обидно, потому что мой любимый бонус, и я хотел кого-то еще поуменьшать. У меня фетиш на это просто, понимаете? Теперь не могу. Но зато здесь есть забавные мостики, которые вот так вот... Ну, хлипкие они на вид не выглядят, поэтому у меня есть все шансы предположить, что мы здесь не рухнем, это как минимум, да? Постараемся. Так, хорошо, аккуратно надо быть. Новый лифт. Дятел? Ха-ха, я что-то не помню в детстве дятела, но он просто такую декоративную цель выполняет. Так, а здесь нам нужно быть действительно очень аккуратными, потому что, блин, свалишься и ничего не поможет. И что мне, рискнуть и взять это? Ой, рискнул и взял это, господи. Если бы сейчас умер, это было бы очень глупо. Очень-очень. Так, здесь просто возьмем. Так, шляпошник, я тебя вижу, сволочь такая. Давай. Нельзя пройти шляпошника, не потеряв жизнь. Это не так просто, друзья. Дудочник, блин, дудочник. Он же из дудок выдувает своих сволочей. Тихо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Просто с этой здешней местной моделью прыжков, скажем, да, бывает достаточно сложно. Ага. Ну вот, в общем-то, и оно, да, похоже. Бывает достаточно сложно сделать правильный прыжок. Ну вот это то, что мне было так тяжело в детстве. Я думал, что это будет во втором уровне локации. Хоть паучка убили, на этом спасибо. Тихо, 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 тихо.
Так, здесь можно переждать, да? Они, в принципе, из этих коробочек вылетают. Тихо. У нас одно сердечко осталось. Кстати, белочка какая-то на заднем плане. Забавно, я ведь этого в детстве даже не замечал. Потому что я был занят несколько другим родом деятельности. Еще одна белочка. Тихо, они еще и подпрыгивают, вы видели? Это напоминает, опять же, те же самые уровни Crash Bandicoot, где нужно было перепрыгивать. Какая ты огромная сволочь показалась мне. Я нервничаю, у меня одно сердечко осталось, придется заново начинать. Тихо. Хорошо. Уже не могу. На каждом шагу нервничаю. Так, здесь была безопасная локация, но вот теперь уже не будет такой безопасной. Вот, видите. В принципе... Так, давайте переждем. В принципе, я был в детстве гораздо более худшим игроком. А сейчас-то я уже... Ой, хорошо, все, сердечко взяли. Сейчас-то я уже больше подготовлен, правда, друзья? Я уже лучше играю. Так, ты кто? Че за глаза? Или это просто на фоне? Забавно, да, всякие кикиморы в этом лесу живут. А лес вообще, посмотрите, какой дикий. Чуть ли не джунгли какие-то. И мне очень нравятся картинки на фоне. Это, конечно, не 3D. И видно, что это просто такая вся текстурка, да, налепленная на задний план. Но как бы там ни было, выглядит это все прикольно. Приятно, приятно. Так, здесь, похоже, безопасно, да? То есть, да, здесь, похоже, можно спокойно ходить. Выход из уровня. Слушайте, а я молодец. Знаете, что самое интересное? Фаргус. Я ведь прошел Фаргусом и прошел капец как уверенно. И у нас с вами... Угу. Не хватило, похоже, всего где-то 1 или 2% для того, чтобы попасть в самую сложную, в самую крутую, в общем-то, локацию. Так, хорошо, поехали, чё? Поехали, сейчас справимся со всем, друзья. Там, кстати, жизнь была. Ну ладно, черт с ним. Хорошо, смотрите, у нас рекорды. Может быть, еще что-то с вами попытаемся сделать. Так, мне пофиг на это. Потому что не тут начинается веселье, а именно здесь. И карта ведь всегда одинаковая. То есть не стоит порой беспокоиться о том, что что-то изменится и так далее. Главное просто делать все правильно и запоминать, когда нужно пригинаться и когда нужно что, в общем-то, делать. А так, все просто. Так все действительно просто, друзья. Ай-яй-яй, я на ускоритель. Я пропустил ускоритель, просто через него перепрыгнул. Ну, ничего страшного. Я, кстати, вам забыл сказать, что если вы хотите посмотреть полностью бонусный уровень, вы можете всегда залезть на YouTube. Я наблюдал это. Я видел то, чего не видел в детстве, потому что я никогда не проходил этот бонусный уровень. Ну, там реально очень много интересного. Поэтому обязательно, если вам интересно, вот прямо сейчас возьмите и загуглите бонус левел Pandemonium. Думаю, вам понравится, друзья. Так, мы с вами даже жизнь каким-то макаром заработали. И знаете что? Это, блин, Фаргус. И он справился. Может быть, знаете что? Двойные прыжки мне бы даже мешали, потому что тяжелее по таймингу рассчитать, да? Фаргус только умер по неосторожности в самом начале уровня, а потом ни разу не умирал и достойно совсем справлялся. Ну, получается, я, значит, гораздо лучше играю со времен детства именно сейчас, потому что я не помню, может быть... Может быть, вот в этом уровне? Может быть, вот в этом уровне я застрял очень-очень надолго? Скорее всего, в этом, потому что странно, что тогда я так надолго застрял, допустим, в 9 уровне, а сейчас прямо с первой попытки его прошел. Скорее всего, просто и в 10 уровне будет такой момент, когда нужно будет перепрыгивать через эти поленья, именно поэтому я вспоминал. И в этом 10 уровне, я помню, еще будут такие пилы, на которых надо будет прыгать, точно так же, как мы прыгали, в общем-то, на паутинках. Давайте на этом остановимся. По-моему, получилась продуктивная серия. Я достойно справлялся со всеми сложностями. Если раньше мы с вами целенаправленно, ну, не целенаправленно, а просто постоянно тратили жизни, то теперь мы копим жизни. И получается достаточно весело. Лесная стадия продолжается. А после вот этого, по-моему, скоро будет и второй босс. Ну, в общем-то, увидим все дальше. Если вам было интересно, друзья, я надеюсь на ваш лайк, потому что есть некоторые несознательные товарищи, которые ставят дизлайки просто из принципа. Вот. Я стараюсь, по-моему, получается довольно неплохо. Ну и жду ваших комментариев, потому что всегда приятно обсудить приключения, которые я переживаю, и вы переживаете вместе со мной, потому что вы это смотрите. Оставайтесь на линии, нас ждет еще много интересного.